Попросить помощи в решении насущных проблем и обсудить важные вопросы жители нашего региона смогут непосредственно с президентом страны. В Ольхонском районе будет организовано включение во время прямой линии с Владимиром Путиным. В местном сборе для желающих задать свой вопрос главе государства выбран остров Хужир. Туда уже прибыла федеральная съемочная группа для организации прямого вещания. Такой формат включения с территории Иркутской области было решено сделать впервые, хотя ранее отдельные вопросы от жителей региона попадали в эфир. Очередная прямая линия с Владимиром Путиным состоится 15 июня. Начало запланировано на 17:00 по иркутскому времени.